Сегодня от торговой марки 100 пудов пудив. 100 пудов, 100 пудив. Так, сегодня от торговой марки это я купил набор для кутии. 260 грамм. Куплено в супермаркете Фора. Стоимость 25 гривен. Это где-то около 90 центов или доллара. Сделано в Украине. Рецепт написан. Пшеничную крупу набору промыть, залить водой, посолить. Трохи посолити, видишь, трохи посолити, непонятно, сколько це трохи. Смачного. Так, открываем. Смотрим, что здесь есть. Так, перетертый мак с сахаром. И крупа. Так а в чем прикол тогда? А, вот еще есть. Изюм. И маленький кусочек. Маленький. Так сказать, кулечек с изюмом. И все. Все это можно отдельно купить, я так понимаю. Все оформлено. Люди будут брать.